Кусок известняка со странными узорами на первый взгляд ничем не отличается от обычного камня. Но строители, увлекающиеся археологией и геологией, сразу разглядели в находке ценность – загадку времени. На начальных работах земляных был на глубине 6 метров, был найден камень. Немножко он другого цвета, там так он переливается. Предчувствие строителей не подвело. Ученые утверждают, возраст камня почти 250 миллионов лет. Что означает узор, еще предстоит выяснить. Для исследования находку передали в краеведческий музей имени Алабина. Как утверждают специалисты, камень может приоткрыть завесу тайны, какие же экзотические растения и деревья украшали территорию нынешней Самары в доисторические времена. На первый взгляд, вот этот необычный рисунок, он очень сильно напоминает ископаемые растения пермского периода. Если это вдруг все-таки отпечатки растений, то это находку повышает на высокий уровень. Дело в том, что ископаемая растительность в Самарской области еще далеко не вся изучена. Пока научные сотрудники присматриваются к будущему экспонату музея, для строителей стадиона «Самара-арена» провели экскурсию. Познакомили с не столь давней историей Самарского края. Масштабный спортобъект, один из самых больших футбольных стадионов в стране, строит более 1000 человек, среди которых есть и специалисты из других регионов. Люди, которые его строят, они, если будут знать о Самарской области больше, и у них знания будут глубокие, их работа будет более происходить на таком уровне, ну, духовном, я бы сказал. Студенты и преподаватели Самарской академии культуры и искусств организовали небольшой концерт, где отразили культурные особенности и душевный настрой самарского народа. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, «События».